Деревня зимой заслуживает отдельного внимания. На улице хрустальная сказка, а внутри теплая колыбель, спокойствие и уюта. За эти две недели нам удалось и к сказке прикоснуться, и у печи погреться. А еще мы познакомились с молодым ученым из Гора, который разработал и собрал опытный аппарат для дрожжирования семян. Первыми увидели новый спортивный комплекс «Жемчужина» в Осиповичах, покатались на лыжах в Бобруйске и попробовали шашлык по-маслаковски. Познавательная, спортивная и вкусная деревенька приглашает вас увидеть все собственными глазами. Сельское хозяйство сегодня охотится за инновационными идеями. Но люди, которые двигают колесо науки и фонтанируют идеями, как оказалось, живут среди нас. Горецкий молодой ученый Денис Михеев разработал и собрал опытную установку для дрожжирования семян. Это Горки – город с особой энергетикой. Здесь каждый второй встречный – студент или даже молодой ученый. Как, например, Денис Михеев. Ему 34. Одно из самых важных событий в его жизни произошло 7 лет назад, когда родилась дочь Ника. Что ты сегодня получила? 10. Почем? На математике. Молодец. Хотя и теперешние события в его жизни можно назвать рождением. Сначала родилась идея, а ее воплощение теперь хранится в лаборатории местной сельхозакадемии. Я провел много времени в этой лаборатории, работал и по выходным, и по будням. В течение 3 лет я работал над установкой, и в результате получился вот такой экспериментальный дрожжиратор, который позволяет получить вот такие вот дрожжированные семена в оболочке. Эта штука, собранная практически из металлолома, способна решить одну из очень важных задач сельского хозяйства – отказаться от импортных семян в оболочке и производить собственные. Белорусские селекционеры говорят, что хорошие семена именно в условиях белорусского климата получить невозможно. Но я всегда доказывал, невозможно получить, но можно их вырастить в теплой стране, а инкрустировать и дрожжировать уже внутри Беларуси. Это сэкономит много денег. На создание этой установки ушло немало времени. Первые попытки были неудачными, но день, когда звезды наконец-то сошлись и зерна кукурузы с обойным клеем стали одним целым, Денис будет помнить всю жизнь. Я когда увидел вот эту вот кукурузу в оболочке с мукой, и она вся равномерная получилась, и как положено, у меня сразу осенило, все, значит, машина работает, значит, труды не напрасны, значит, все расчеты были верно проделаны. Но сразу появился какое-то второе дыхание, что все это работает, надо это доводить до конца. И именно моя конечная цель стояла, это именно защита кандидатской диссертации, потому что усилий было приложено немало. И вот я понимал, если вот сейчас я остановлюсь, я до конца жизни себе это не прощу, что я не довел это дело до конца. Опытную установку Дениса Михеева одобрили в Минске. На республиканском конкурсе он занял 3-е место в номинации «Лучший инновационный молодежный проект» и получил чуть больше 14 тысяч рублей на коммерциализацию. Оглядываясь назад, Денис вспоминает, что в студенческие годы и не думал заниматься наукой. В детстве мечтал стать спортсменом. Интерес к баскетболу не утратил до сих пор. Но 10 лет назад остаться на родной кафедре предложил декан Михаил Пархоменко. Он еще тогда разглядел в студенте Михееве живой интерес к науке. Было приятно такого человеку предложить остаться у нас здесь на работу. И мы предложили именно на нашу кафедру, кафедру теоретической механики и инженерной графики. Вот. Тогда он остался и поработал ассистентом, потом поступил в аспирантуру, закончил и успешно справился со своей научной работой. Причем работа была интересна его, потому что за эту работу, она уже давно назревала, некоторые аспиранты не могли взяться, не хотели, потому что довольно сложно. Он взялся за нее, сделал и, как видим, достиг определенных результатов. Мы надеемся, что его работа будет и внедрена рано или поздно, потому что у него есть такое упорство в этом направлении. Он старается довести эту работу до конца, знает, как это сделать. И с поддержкой коллектива факультета, у него есть консультанты хорошие, я думаю, что эта работа будет внедрена в производство рано или поздно.
Молодой ученый Денис Михеев живет с семьей в общежитии. Его жена стоматолог. А 10 лет назад у этого самого общежития они и познакомились. Подробности той судьбоносной встречи хорошо известны их дочери. Мама мне рассказывала, что они шли вместе с ее подружкой тетей Катей. И подошли какие-то дяди. Мама думает, что это? А потом мама смотрит, а вот этот вот с краю ничего. Она на него захотела посмотреть. А папа тоже на нее. И мама такая думает, мы познакомились глазами. Другие же люди как? Они побыли на работе, пришли домой, и дома уже дом. Правильно? А тут нет. Он пришел с работы, он садится за компьютер, и продолжается работа. И вот это ч-ч-ч, что не мешайте, ч-ч-ч. И вот мы должны были уйти куда-то или найти время, чтобы куда-то вот себя чем-то занять, чтобы ему не мешать. Потому что компьютер находится в зале, и, конечно, личного кабинета нету. О личном кабинете Денис, конечно, пока может только мечтать. В двухкомнатном блоке общежития лучшую комнату отдали Нике. Она радует родителей оценками. Две самые любимые женщины Дениса верят в него и гордятся. Я ему про то, что я горжусь им, говорю всегда и на всех праздниках, когда поднимаю какой-то тост, я всегда говорю, что я тобой горжусь. Жителей Осиповичского района появилась возможность прокатиться по горной реке. Река, конечно, условная, а вот горка вполне настоящая. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с красивым названием «Жемчужина» предлагает современное спортивное оборудование и бассейны с элементами аквапарка. Первыми оценить все прелести «Жемчужины» смогла и наша съемочная группа. Физкультурно-оздоровительный комплекс в Осиповичах одновременно может принять более 350 человек. Его тренажерные залы имеют современное оборудование, и этим привлекают жителей района самого разного возраста. Здесь можно прийти после сложного трудового дня, на самом деле отдохнуть и морально, и физически. Мы начали в тестовом режиме работать, опробовать горки, опробовать воду, тренажерный зал, бильярдный зал, то есть весь комплекс услуг, который предоставляет наш комплекс. Мы работаем и над тем, чтобы на 100%, даже чуть больше, заполнить абсолютно все наши помещения и предоставить все услуги, которые только возможны в нашем физкультурно-оздоровительном комплексе. Комплекс пока работает в тестовом режиме, но с каждым днем в оздоровительные группы записывается все больше людей. Акваэробика, бодибилдинг – особенно популярны бассейны с элементами аквапарка. Есть тренер, который на данный момент будет работать 6 группами ребят по плаванию, по начальному обучению плаванию. И действительно, это поможет во многом, и опять же говорю, и оздоровлению детей, да, и их обучению. Эти группы будут бесплатными. Объект социальный, поэтому здесь особенное внимание уделяют организации работы кафе. Будем проводить вечерами различные игры для того, чтобы людям было интересно прийти с детьми, с семьей и отдохнуть здесь, приятно провести вечер. Месяц тестовых работ показал, желающих поправить здоровье и просто отдохнуть и телом, и душой в современном физкультурном комплексе немало. Более того, здесь все продумано так, чтобы жители района могли провести время всей семьей. Из всех приправ самое лучшее – огонь. Так говорил древнегреческий философ Продик. Жил он в 5 веке до нашей эры, но, похоже, в нашем 21 столетии это высказывание актуально как никогда. Пока горит огонь в печке, в доме будет тепло и уютно, а на деревенском столе будет всегда вкусно. Но сначала расскажем о деревеньке, куда мы отправились в гости. Собственно, Маслаки в Горьком районе деревенькой назвать сложно. Это крупный агрогородок, где сегодня живет 6,5 сотен человек.
Полная инфраструктура. Детский сад и школа, магазины, больница и большое хозяйство, где работают местные жители. Маслаки как будто разделены на две половины, которые сосуществуют мирно и дополняют друг друга. В новой части высотные здания и квартиры, в старой части милые деревенские хаты и привычный уклад. Добрый день, заходьте к нам у хату, проходьте. Дякую вам велике. Пес Полкан тоже не прочь полакомиться драниками. Иди сюда, иди, иди ко мне. Кот Глухарь вступает в борьбу за продовольствие и в конце концов получает законный драник. Ольга и Андрей Тимошенко живут в очень живописном месте на берегу реки Бася. Природа, сами видите, какая. Люди движутся из города на природу, а мы на этой природе все время живем. Я же в деревне родился. Здесь недалеко, Овсянка, Горецкий район. Вот. Ну, вот судьба забросила по распределению сюда, направили, был назначен сюда участковым. Так здесь прижился и остался, и жену себе здесь нашел. Вот сегодня вышла утром, но зимняя сказка. Природа просто, ну, чудесная. Так у нас красиво в Маслаках. Наверное, если бы... Я где-нибудь бываю, я часто бываю в больших городах, ездим много с супругом и с семьей. Но все равно мне хочется домой в Маслаки. Не знаю я, но мне кажется, лучше наших Маслаков нету. И приглашаю вас в гости, приезжайте к нам в Маслаки. Но день морозный, и гостеприимные хозяева зовут в дом, к печке, на повестке дня приготовление ужина, чтоб с пылу в жару. Для приготовления у нас есть и газ, есть и микроволновая печь, и мультиварка. Но мы любим наше, то, как жили наши деды и прадеды, как они приготовляли пищу, так и мы постоянно... Пищу готовим в нашей печи. Свой неповторимый вкус, аромат пища приобретает именно, когда тушится, жарится, варится в печи. Андрей – главный инженер в местном хозяйстве, открытом акционерном обществе «Маслаки». Ольга заведует детским садом. И как деревенские хозяева, они знают толк в хорошей еде. Сегодня что мы будем с вами готовить? Мы сегодня будем с вами готовить блины с салом, потом мы будем рульку с вами робить, потом мы будем робить с вами крупеню, еще у нас есть драники, ну и шашлык по-маслаковски у нас сегодня будет. Приготовление в русской печи. Хотя печка наша белорусская. Так, туда я подальше, вот туда, оп. Желательно не разливать. Вот так, вот хорошо. Хозяевам нравится, что печь, как бы сказать, все делает сама, за часок-другой. И это будет вкусно. Конечно, белый кот не может остаться равнодушным ни к теплой печке, ни к запахам готовящейся еды. Ай-яй, хороший, хороший, хороший. О, ты уже и на голову готов залезть, да, от счастья? Вот какой-то... Пока в печке Ольги и Андрея Тимошенко варится и парится еда, мы прогуляемся по Маслакам. Нагуляем, так сказать, аппетит. Прекрасный зимний день. Больше всего радуются солнцу и снегу дети. Старшие школьники устремились на лыжный стадион и горки. В Маслаках вообще любят спорт. А малыши из детского сада вышли на прогулку. Парк снежных скульптур, ледяные горки у них прямо на площадке. И настроение у всех просто прекрасное. К нашему возвращению рульку достают из печки. Открываем. Раз. С картошкой, с рыбой. А хозяин, между тем, начинает печь блины. Такие блины, как в печке, на газовой плите испечь невозможно. Это вкус детства, как в деревеньке у бабушки или как у друзей, которые в современном агрогородке не отказываются от гастрономических традиций предков. Например, от крупени. Как-то говорят, с пылу жару, да, блины? И крупеня тоже. Выглядит, согласитесь, прекрасно. Но кое-что есть и собственного изобретения. Например, хозяева придумали, как использовать оставшиеся в печке горячие угли. Сделать шашлыки по-маслаковски. Кирпичи, чтобы держались шампуры. И вперед! Весь процесс занимает от 5 до 7 минут, потому что на природе шашлык жарится только снизу, а в печи жар готовит мясо со всех сторон. Вот такое маслаковское гастрономическое ноу-хау.
и весь прекрасный стол. И хозяева, которые знают, что нужно для вкусной и счастливой жизни. Трудолюбие. Будет труд, будет и на столе. То, что ты заработал, то, что ты произвел своими руками, то и получил. Будьте счастливы, будьте любимы. Здоровья вам, вашим семьям, вашим деткам. А самое главное, чтобы мы на этом свете были кому-нибудь нужны. Это самое главное. Зима для сельчан – самое время для активного отдыха. Например, можно встать на лыжи, а потом похвастаться своими спортивными достижениями перед коллегами. Например, на спартакиаде работников агропромышленного комплекса. В этот раз она прошла в Бобруйске. Невзирая на возможное падение, кто медленнее, кто быстрее, все они спешат к финишу. Главное, говорят участники спартакиады работников агропромышленного комплекса, что после прохождения дистанции все получают позитивный заряд энергии. Если честно, настроение вообще на высоте. Трасса, конечно, можно было бы сделать получше, ну а так, в принципе, неплохо. Старались, бежали, все как могли. А чем трасса не устроила? Укатали бураном, немножко комки там были, вот, и было неудобно ехать. Ну, те, кто профессионалы более, которые натренированные люди, у них хорошо получается. Второй раз на лыжах еду. В жизни, да. Так получилось. А в школе не пробовали кататься? Ну, когда это было, 10 лет назад. 10 лет назад получалось, сейчас как-то не очень уже. Некоторые участники показали результаты на уровне кандидатов в мастера спорта. Ежедневные тренировки после работы с 7 до 9 вечера на лыжне каждый день от 10 до 15 километров, иногда 20. Ну а зима уже, конечно, область, районы, республика катаемся. А работаете где? Невский агро, оператор машинного доения. Во всех зимних участвую и в летних, если получается. Зимой в лыжных гонках, а летом в многоборье. Зимняя спартакиада работников агропромышленного комплекса в этот раз собрала около 800 участников. Отличное настроение, все бодрые, веселые. Конечно, даже, наверное, главное участие, может быть, а не победа. Ну, для кого-то победа. Вообще все супер. В этой спартакиаде в Бобруйске мне понравилось в первую очередь там принимающая сторона, сам город, сама Бобруйская арена очень красиво сделана. С видов спорта... Самое интересное, это, наверное, канат более зрелищное было, такое массовое. Ну и волейбол. Профсоюз работников агропромышленного комплекса говорят, спартакиада – это не просто активный отдых, это еще и установление дружеских связей между работниками различных предприятий. Вот уже стала доброй традицией у комитета по сельскому хозяйству. Это 13-я спартакиада у нас. Мы проводим два раза – летние виды спорта и зимние виды спорта. В этом году, или вот в зимней олимпиаде, у нас 28 команд, то есть 21 район. И практически все холдинги, которые есть у нас, тоже собирают команды и участвуют. Хороший приз. Горисполком Бобруйский купил велосипед лучшему спортсмену. Мы выбираем обычно человек 5 самых лучших, у кого самые высокие показатели, и потом коллегиально принимаем решение, признаем лучшего спортсмена. Главный приз достался представителю объединения «Мясомолпром». 6-й раз участвую в спартакиаде, зимний из них. 5 раз я занял первое место в соревнованиях по настольному теннису. Вот, поэтому вдвойне приятно, что в итоге все-таки оценили мои заслуги по достоинству. Ну а в общем зачете первое место у команды Бобруйского района, второе и третье, соответственно, у Кировского и Могилевского районов.